4 декабря 2021 года Азербайджанская республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при пересечении провокации, совершенной военными силами Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы. 26 ноября 2021 года Азербайджанская республика также обеспечила передачу армянской стороне одного гражданского лица и одного военнослужащего армянского происхождения. В то же время в результате переговоров армянская сторона передала азербайджанской стороне карты минных полей и других освобожденных от оккупации территории Азербайджанской республики. Выражаем признательность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество, оказанное в передаче карт минных полей, говорится в сообщении.